Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Sonic Speed Simulator. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Ссылка на него и сам скрипт, как всегда, будут в описании. Буду по-прежнему использовать Star. Смотрите, значит, первым делом, что нужно сделать, это, естественно, заинжектиться. Нажимаем с вами на кнопочку Inject и ждем, пока мы заинжектимся. Также иногда может вылетать вот такая ошибка. Это ошибка не самого чита, это DLL, но в принципе не страшно. Просто, если у вас такое случается, наводитесь мышкой на иконку Roblox и нажимаете на крестик, где написано Fatal Error. И после этого заново нажимаем Inject. Все, как видите, сейчас получилось заинжектиться. Также здесь есть еще два других DLL, это Electron и CarNL. Как вы знаете, они с ключом, а вот этот VRDS, он без ключа. Так что, в принципе, выбирайте, каким будете пользоваться. Также скоро выйдет обновление, думаю, много всего добавим, так что ждите. Так, вставляем скрипт из описания и нажимаем кнопочку Xcode. Все, вот он появился, в принципе, функций довольно мало, 4 функции всего лишь. А, значит, первая функция это AutoStep, то есть это... скорость. Как видите, прибавляется, также дополнительно идет фарм XP. Вроде бы как довольно быстро. А также есть кнопочка автореберст, но автореберст вы сможете сделать только после того, когда накопите максимальный уровень. А если я не ошибаюсь, здесь максимальный уровень вроде бы как 100, то есть когда 100 уровней накопите, у вас будет написано макс, то тогда у вас автоматически сделается реберст. Также есть автоколлект. Он, получается, собирает орбс, как я понял, это вот эти вот кристаллики, и еще что-то собирает, не знаю, что это, как это переводится. И последняя функция — это автобанк ревардс. То есть, каждые 6 часов вы можете собирать бесплатные кольца. Как видите, сейчас у меня 16 тысяч штук, я уже вне записи их собрал. Ну, давайте включим, может быть, получится. Нет, как видите, не получается. А также здесь описание есть, то что написано, каждые 6 часов вы можете собрать эту награду. Как я понял, просто за вас автоматически со всех сундуков собираются вот эти кольца. И тем самым вы за 6 часов сможете получить 16 тысяч. То есть каждые 6 часов. Не знаю почему, как видите, пропал у меня скин. Не знаю, нормально это или нет, но ладно. В принципе, не суть. Давайте попробуем какой-нибудь ISO открыть. Ага, и почему-то не высвечивается. Ладно, давайте попробуем к другому подбежать. Здесь тоже не показывается. Ну, походу, это специально сделано. Пока, типа, вы пользуетесь скриптом, у вас не получится открыть яйцом. Кстати, функцию можно выключить. Все, и как видите, скин у нас появляется. Отлично. Так, и теперь мы можем купить. Давайте посмотрим, может быть, есть подороже. Да, это еще дороже стоит. И вон там еще третье вижу. Других пока не замечаю. 1000. Ну, давайте, в принципе, его откроем, посмотрим, что нам выпадет. В принципе, анимация довольно прикольная. Так, что-то нам выпало. Как я понимаю, это трейл. Давайте посмотрим, где он тут находится. Вот здесь. Плюс 5 XP и плюс одно кольцо. У меня плюс 20 XP. Ну, не совсем, конечно, хороший выпал. Давайте попробуем еще раз открыть. Может быть, в этот раз повезет, что-то другое выпадет. То же самое выпало. Давайте еще раз. Третью попытку испытаем. И вот, что-то другое уже выпало. Отлично. Комонка, конечно, ну ладно. Но это уже зато питомец. Его можно одеть. А сколько максимум питомцев одевать можно? К сожалению, по-моему, не написано. Либо просто не вижу. Ну ладно. Давайте тогда по-быстренькому найдем тогда еще какое-нибудь яйцо. Мне кажется, здесь оно рядом где-то должно быть. Скорость, в принципе, у меня довольно быстро развивается. Давайте попробуем забежать на кольцо. Не знаю, получится мне это сделать или нет.
Не помню, в какой она там стране находится. Ага, здесь. Ну, в принципе, вроде бы как, скорость, мне кажется, должна позволять. Да, отлично. Мы смогли. И сразу резко скорость после этого еще увеличилась. Окей. Так, здесь у нас что? UGC какой-то. Как я понимаю, это за робоксы. Скин получается. Типа там Соника, Наклза и еще там какие-то есть. Не помню их названия. Ну, слушайте, других яиц пока что не вижу. Ну ладно, в принципе, не суть. Давайте тогда включим опять наши функции. А, смотрите, кстати, в этот раз работает по-другому. Скин остался, а фарм вроде бы как идет. Ну, по крайней мере, у меня уровень прокачался. Но сейчас что-то перестало. Немножко странно это работает, конечно. Давайте еще раз включим. Так, и что в итоге? Ну, почему-то фарм перестал идти, странно. Давайте последний раз включим. Нет, почему-то больше не фармится, к сожалению. Так, ладно, давайте туда попробуем поучаствовать в гонке. Блин, зачем я выключил? Значит, не поучаствуем, забыл. То, что, короче, значит, смотрите, когда вы выключаете, вы автоматически спавнитесь на спавне, и где вы были в том месте, вас уже туда не тэпнет, к сожалению. Ну ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился скрипт, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.